чтобы нормальные подарки. Всем привет! Сегодня в честь всех этих радостных праздников новогодних я решил устроить супер-сюрпризы своему брату и сестренке. Так, ну я смотрю, вы готовы. Начинаем. Носите первый сюрприз. Фу, я боюсь. Чего? Вы издеваетесь? Так. Ну, Матвей, ну что это такое? А что это такое? Фу! Ну, тебе вообще не повезло. Матвей, так и надо. Матвей, это же я так сделала. О, это вообще интересный вариант использования моих памперсов. Ну ладно, ладно, это пранк, признаюсь. Ну смешно уже. Забирай вот эту свою. Что это такое? Матвей, ты издеваешься надо мной? Я по-твоему маленький? Ну а что, классная соска, между прочим, у меня такой нет. Ой! Матвей, давай нормальный и второй подарок. Согласен. Ладно, ладно, уже и пошутить нельзя ребенку. Даня, теперь ты открывай. Матвей, найди там нормальный подарок. Что внутри у меня? Ты издеваешься, Матвей! Ну, Матвей, ну что это такое? Что за фигня? Ты издеваешься одной. Нет, ну что вам не нравится? Новый, красивый, стильный горшок. Что не так? Матвей, ты нам дашь к себе нормальные подарки? У каждого свое понимание нормальных подарков. Вот обижусь и вообще не буду дарить вам ничего. Какие нормальные подарки? Там погремушка. Что? Неужели так очевидно? Я не понимаю, ты для себя выбирал подарки или для нас, Матвей? Выбирал сам. Ну, как если бы себе брал на свой вкус. Не понимаю, чего тебя не устроило? Такая крутая погремуха. Да. Матвей, забирай свои игрушки. Я хочу нормальные подарки. Давай уже следующие. А пока Матвей готовит нам свои подарки, я вам презентую свой. Пойдемте. Эксклюзивно в ОКО Манюню уже можно смотреть. Почти целый месяц без взрослых. Делай, что хочешь. Вот оно счастье. Ну правда же здорово! Все бегом смотреть. А пока я пойду посмотрю, что приготовил нам Матвей. Я боюсь. Открывай, Матвей, я боюсь. Он там будет все эти как-то. Что? Шапка? Это мне мама подарила или ты? Дарю я, выбирала мама. Ну, мы с ней вместе, в смысле, выбирали. Ну, кстати, шапка такая симпатичненькая. Звали карнавал, наверное. Моя ордена, это времена, она смотрит на меня. Матвей, передавай маме от меня спасибо, потому что это по-любому мама покупала. Это намек на то, чтобы я одевала шапку, мама. Все понятно с вами. Ну, шапка прикольная. Дань, давай открывай теперь ты. Вот это я понимаю, реакция такая, какая должна быть. Настоящая. А это уже намеки, то, что Дане нужно уезжать, да? Чтобы Матвей был один. Матвей, я правильно тебя поняла? Да нет. Ну а следующие подарки вас ждут под елкой. Поэтому давайте быстренько туда. А зачем идти к елке? Да, ну ладно. Странно, что не за столом. Готовы? Да. Раз. Давай. Два.
угодил. Хотя они мне очень понравились. Такие милые, пушистые. Ну, Матвей, ты, конечно, учудил. Это лучший подарок. Ты хороший. Да, они такие классные. Ну, отличненько, что вам все понравилось. Это меня радует. Всех с Новым годом. Всем ура! Смотри в будущем.